Когда вы уже поймете, ребята, спорт это не про мышцы, не про красивое тело, и как тем более не про девчонок. Вы должны понять то, что спорт заставляет бороться ежедневно вас с самим собой внутри. Заставляет делать бесконечное количество повторений без видимого результата. Это вырабатывает в вас силу, стержень, дисциплину. А если вы дисциплинированы, значит вы будете успешны в любом другом деле. Работайте над собой. Я с вами, обнял. Сила, стержень, дисциплина. Не могу не согласиться с автором данного видео, который только что посмотрел. Гулял сейчас по улице и, знаете, размышлял. Да не размышлял, слушал музыку с тех времен, когда я сидел на велосипеде и вот какие-то треки пытался сильно давить. И, конечно, слезы наворачиваются, какие-то воспоминания. И я на самом деле себе говорю, что я не могу представить свою жизнь без спорта абсолютно. Мне там куча комментариев приходит: поменяй деятельность, стань тренером, стань ментором, стань еще кем-то. Это все будет, оно все обязательно будет.